начинаем смотреть робота. А, ух, с мечом. Это я, но только... Даже птичка. Так, начинаем смотреть тогда. Я, наверное, слышу. Вот я. Ой. Жалко, такой птички нету, на которой была бы шапка моя. Вроде бы тоже сухо. Так, ну что тут? Где вход? А, вот я нашел. Так, сейчас тогда начинаем смотреть. Но я сначала подумал, что это какая-то большая сковородка там. А это оказывается меч или еще что-то с надписью «Ух». Ну, птичка прикольная. Вот у меня рот какой-то большой только. У птички есть кепка, как у меня прямо. Так, куда мне тут садиться? А вот тут есть стульчики. И вот, тоже ботинки еще есть. Что он умеет делать? Он умеет... Что-то не так. Зависло? Или что? А, вот. Конфету надо съесть, наверное. Так, сейчас расфиксирую конфету. Вот конфеты есть. Так, ну получается, что-то странное происходит вообще. Понятно. Там внутри еще кнопка была вроде бы. А, это ускорители, я понял. Ладно, ускорители не надо. Так, перезагрузка. У меня все в решетке превращается в чате, в робоксе. Я так не могу. Так, заново загрузить надо. Чего? Вы? Что? Так, ладно, я полечу наверх, тогда попробую сам включить. Так, сейчас тут надо поставить тортик, съесть конфетку и все. Что? Что? Два человека что написала? Так, все, я готов. Расфиксировать. Он же писать не буду, с ошибкой напишу. Так, а, я же не одел его. Так, а почему я его не одел-то? А, нет, все нормально. Так, сейчас попробую еще раз одеть. Я его просто неправильно как-то одел. Он не оделся вообще. Сейчас вот сюда захожу. Ладно, я тут просто буду сидеть тогда наблюдать. Что-то красиво кто-то. Так, ну тут есть птичка. Я. Ну, у птички есть ножки, которые так далеко стоят. Ну и кепка у птички. Там поршни. Ой, а нет, это камеры. Где? Ну, тут еще надпись. Ух, ух. Ох, тут вообще надписи. Ух. Ух, ну, наверное, тоже ух, ух, ух. Раз, два. Ну, две надписи. А, у меня вот тут звездочки стоят, но только тут квадратики. Ну, ладно. Так, поехали. А, нет, я не расфиксировал. А, все, начинаем. Ну, что-то с ним странное происходит. У него одна нога поднимается, вторая нет. Руки. И он, типа, похоже на зеркало или на сковородку. И он типа так крутится. А внутри есть кнопка. Кнопку не нажать. Сейчас. Поехали. Билд-э-бот прохождение. Нет, чуть не получается. Так, он туда. Туда. Прямо. В конец. А, все, уже полетели в конец. Так, ну он замахнулся сковородкой этой. Ну я не знаю, что это такое вообще. Сковородка, не сковородка. Только тут проблема, то что он наверх не может подняться. Из-за этого он тут проигрывает. Так, нет, туда, налево, налево. Ну что, управления нету? Так, вон, туда, прямо. Ну тут вообще легко, а нет. Ой, ой-ой-ой. Все, ух развалился. Эх, бедный ух. Еще поезд-то давит. А что с ним случилось-то? Сейчас вот сюда подойду к голове. Так, вы самим не проиграть. Нет, не успел добежать я до головы огромного себя. Ладно, я все-таки попробую. Теперь я. Теперь я. Так, ну надо заново загрузить. Ой, этого не надо. Стоп. Тут не надо. Блин, что тут происходит? Сейчас напишу. Заново. Меня вообще слышно? Так, ну заново тогда, если меня слышно. Так. Меня слышно? Нет. А, включил джетпака. А, ну тогда заново робота загрузить надо. Я говорю. Чтоб я смог полетать. Не, не тебе. Стоп. Какую фиксацию?
фиксацию джетпака выключу. Какого джетпака? Тут нету джетпаков. Кроме этого. Ладно, я выключу. А, потом, да. Ну, потом выключу, да. Но я не включаю джетпака фиксацию. Сейчас я его одену, ухо, с птичкой. Но мне больше всего птичка понравилась. Такой ротик, такие глазки. И кепочка. Очень милая птичка. А я хотел поуправлять роботом. Ну, ладно. А, вот. Так, я, получается, сейчас сажусь и буду сначала посмотрю, а потом попробую билд вот пройти тогда. Все, я готов. Я ему донатический джетпак, чтобы быстро улетать. Выключу фиксацию, все, готово. Донатический джетпак может вверх поднимать любую постройку. Все, я готов. Я вроде все разморозил. Не так. Может, так? Да, так. Я неправильно одевал, просто его одевал, кажется. Сейчас я тоже расфиксирую. Расфиксировать надо. И, о, вот он, я. С квадратной головой, большим том. А я уже конфетку съел. Ну, что-то с ним происходит. Такое странное. Учится он на месте. Если по-специальному делать. Он, короче, умеет танцевать. Или что такое. Но он может крутиться. Не знаю зачем. И смотрит в эту сковородку, на эту надпись. Ух, зачем-то. Так, все, полетели. Уии, проходить билд-то вот. Все, все уровни пройдены. А он сковородкой кого-то хотел ударить, кажется. Так. Билд-то вот пройден. За сколько секунд? Блин, бедный ух. Голова, ой. Голова уха была убита только что. Я увидел это. Как страшно. Можно заново? Я хочу на нем просто покататься. Можно пойти в другую команду, чтобы нам роботы не мешали другие. Человек не понимает просто, что тут надо делать. Так, ну тогда загружай заново. Я сейчас попробую поуправлять. Опять. Ну только я сейчас посмотрю, что он может. Он там рукой двигал. А это надо, наверное, как-то сделать тоже. А, вот он. Не заметил огромного себя. Ну у него есть квадратная кепка. Ну и все. Сейчас тортик поставлю. Тут. Не могу что-то. Ну, допустим, я поставил. Все, готово. Беру джетпак донатерский, чтобы быстро летать. Дальше беру конфетку, ем. Ну и все, готово. Сейчас расфиксирую тоже. У него есть, получается, это что такое? Сковородка? Зеркало или что? Джетпак. Нет, я все расфиксировал. И это чего? Меч, наверное, да? Три буквы. У него три решетки просто. Это меч. А я уж подумал, сковородка или зеркало. Ну вон. Ладно, все, я готов. Я же все расфиксировал вроде бы. Да, готово. Он зачем-то выдвинул ногу вперед. Для чего это нужно? Я вроде джетпак одел. Даже с ним не может подняться. Он. Чего он делает? Ой-ой-ой. Битва роботов. Ой, я застрял. О, нет. Нажать на кнопку. А нет, нормально все. Ну, он смотрит свой меч, любуется им, у него задняя нога вот так стала. Типа скользит по полу? Или что это такое? О, у него это... Почему самые важные слова у меня превращаются в решетки? Ладно, я полетел. Ой, он может вот так своим, ну, мечом двигать. Он так, опа. Типа летает и танцует. Реально, как будто по земле такой. Зачем это? И он может подниматься выше. Ура, вот так. Final King ударил. Такой маленький по сравнению с боссами. В атаку. Ну, когда он мечом замахнулся, было прикольно. Кдыщ. Скдыщ. Как это бывает? А, нет. Я тебя уничтожу, павший король. И как тебя? Падший король похож на зомби какого-то. Руку поднял. Я иду со своим мечом, чтобы нанести последний удар. Мне нужна конфетка. А, мы же красные. Мне нужна конфета. У меня категорически ничего нету. А, вон там же есть у нас внутри. Все, я иду в атаку на этого павшего короля. Ух, робот атакует. Вот. Да стой ты на месте. Ай. Это было больно. Но меч у него, ну да, такой.
У меня был загадочный меч. Так, ну он может драться. И, конечно, эпично проигрывать. Но я бы не хотел увидеть, как я бы вот так эпично упал. Я бы лучше стоял эпично. Но он может так эпично падать. Ну и все получается, да? Вот такое. Вот такой робот получается. Робот ух. Похоже на меня, только немножко высокий. По сравнению со мной. Этот может что? Ну все, пока.